Всех приветствую, друзья, и сегодня мы разберем такую частую ошибку. Связана эта ошибка с инерциальным датчиком, с инерциальной системой. Собственно, в чем заключается эта ошибка? Когда у вас запущен датчик, да, как это сейчас в данном случае у меня, вы снимаете здание, да, например, такого типа, да, то есть вы идете, снимаете, но в какой-то момент времени, не переключая датчик в режим обычной работы, да, не наклона, а обычного как, горизонтального положения, да, вы вытягиваете вешку и, собственно, кладете приемник сюда, задаете ему какую-то, даже правильно задаете высоту его, да, то есть задаете не 2 метра, там, как я сейчас вытянул, а задаете всего лишь 0, да, то есть и вроде как бы все правильно, но вы не отключили датчик. Соответственно, ваше измерение происходит не до фазового центра, ну, то есть не до низа приемника, как вы указали, а по-прежнему до сюда. Соответственно, разница в горизонтальном положении огромная, и вы получаете неправильный результат. Во-первых, обратите внимание, в каком положении находится значок приемника. Если он находится в режиме наклона, он так и расположен под наклоном. Нажав на него, он станет в ответ на правильное положение, что нам говорит о том, что приемник сейчас инерциальный датчик не работает, и приемник работает только по круглому электронному уровню. Если вы вообще практически не используете инерциальную систему, вы можете отключить в целом эту функцию. Для этого вы можете зайти в конфигурацию, на вкладку «Данные» и здесь найти галочку «Коррекция наклона». Выбираете ее, и коррекция наклона полностью отключается. Но, так как датчик все-таки оснащен этой технологией, пренебрегать этой функцией, я думаю, было бы странно. Она очень полезная и эффективная. Поэтому лучше все-таки эту функцию вернуть. Да, то есть я ее включу сейчас обратно. И, опять же, тоже хочу напомнить, что когда мы делаем калибровку этой функции, у вас есть подсказка в верхней части экрана. Всегда приемник вам подскажет, какие действия нужно сделать, да, чтобы выполнить калибровку. Калибровка достаточно простая. Что, калибровка выполнилась. Можно начинать работу. Ну и последнее, что надо отметить. Да, то есть также из ошибок то, что неправильно вводится высота вехи. Или неправильно указывается домер. То есть вместо например, вехи указывается наклонная. Кстати говоря, как у меня сейчас было выбрано, да, взял контроллер. Должна быть выбрана веха, так как я все-таки учитываю сейчас домер до сюда. Вот такие вот распространенные ошибки, которые достаточно легко исключить, просто немного внимательности. Надеюсь, это будет полезно.